Dobroveče, dobrodošli u emisiju Dobroveče. Нужно было поднять уровень звука, потому что, скорее всего, он слишком низкий или слишком высокий. Тварь. Эт. Гласно. Ясно, тако како би ја причала овде, ако би седала и била би неки то. Стварно, тако, што ја третираш да причам глазнее? До рече у звучнику сте, оно, сам непријатно. Да третираш ме овде. И сегодня мы проводим прямой эфир, потому что завтра мы будем разговаривать и будет интервью брать кто-то у докторки, поэтому сейчас я буду говорить для того, чтобы мы проверили звук. И я не знаю, достаточно ли я сказала. Доброшу дневник 9. U dnevniku 9, u novim vestima, napolju pada sneg, hladno je i baš je sranje. Voditelji emisije ne treba da govore ali mi nisu pripremili tekst, a ne radim idiot. Ok. И с вами третий тейк проверки звука. Я уже не знаю, что говорить, у меня уже пропали идеи, но все это делается для того, чтобы завтра на интервью был правильный звук. Я почему-то слышу себя снова, и я скажу «п» для того, чтобы мы проверили, синхронно или нет.